Всем привет! С вами снова я, Павла Яна. Сегодня я снимаю видео не про Хэллоуин, хоть сегодня Хэллоуин, но пофиг. Короче, это видео называется Talk Vlog. В этом влоге буду говорить так, ну или в этом видео, все равно на самом деле. В этом видео я буду разговаривать с вами, делиться новостями или что-то такое. Talk Vlog номер один, поехали! Итак, самая первая новость. Наверное, самая ужасная. Я заболела. Ну как же я могу не заболеть? У меня ужасно болит горло. Но я снимаю видео. Но мне пофиг, если другие не снимают видео, когда они болеют. Но я буду снимать видео. Потому что мне это нравится. Да, короче, вы поняли. Итак. Ну как я заболела? На самом деле... Мама говорит, что я заболела, потому что у меня все плохо с горлом, короче, у меня все опухло и так далее. Но это не суть. Суть в том, что я сегодня не ходила на английский. Я вчера не ходила в школу. И что с этого? И где мой ум? Где я буду получать знания вообще? Ну, на самом деле, есть и плюсы. Я не ходила в школу на английский. Какая-то я странная. Еще одна новость, это то, что вчера у нас на танцах был Хэллоуин. Если вы видели видео, где я, короче, снимаю макияж на Хэллоуин, где у меня разъедает челку, как будто, ребят, тихо, то там у меня в конце в самом есть фотография, где я такая. Вот. И у меня тут, короче, ну, вот тут такие раны. И на самом деле мне так понравилась эта фотка, но это с танцев. У нас вчера на них, как я говорила, был Хэллоуин, и на самом деле мне там очень понравилось. Ну как, не на танцах, я имею в виду, когда у нас был Хэллоуин, ну вы поняли. Ну вот, у нас был Xbox, у нас был весь зал, наверное, украшен вот этими всеми привидениями, дракулами, не знаю, кто там еще есть, короче, всеми. Ну тогда, поскольку я сегодня не пошла на английский, сегодня я весь день практически играла в PSP. Зачем я показала две? Ну окей, я знаю, потому что тут я играла в GTA, а тут я играла... Во что-то еще играла, короче. Главное, что я играла в PSP, и все. А еще завтра, ну, короче, если кто-то из Москвы для начала, если кто-то был в Москвариуме, который находится на ВДНХ, вроде бы, да? Ну, короче, пишите в комментарии, были ли вы там или нет. Вот мы с моей мамой, сестрой и вроде бы еще с кем-то. Ну, короче, самое главное, что я иду завтра в Москвариум. Да. Это были все мои новости на сегодня. А теперь, что будет дальше, вы увидите на следующем слайде. Это нечестно, почему никогда не получается эффектно, блин. Боже. Может забить на все? I'm a hustler.